Всем привет! Меня зовут Кирилл, и вы на канале Military Market. Сегодня речь на нашем канале пойдет о именитой линейке обуви от компании Salomon, кроссовки Speed Cross 4. Что сразу бросается в глаза, это стильный дизайн и агрессивный протектор. Текстильные прорезиненные вставки, причем на мыске они служат как защита от ударов и повреждений. А на внешней и внутренней щеке стопы система SensiFit. Система независимых крыльев, обеспечивающая хороший охват ноги, надежную фиксацию и энергопередачу. Система шнуровки Quick Lace, характерная для трейл-кроссовой обуви. В кроссовках используется стелька от компании Artolite, которая за время эксплуатации деформируется максимум на 5%. Также есть бактерицидная пропитка, предотвращающая возникновение запахов и бактерий. В стельке применены гранулы из полиуретана, обеспечивающие хороший отвод влаги. Особая конструкция пяточной области обеспечивает дополнительную амортизацию и комфорт. Подошва обеспечивает хорошее сцепление с грунтом за счет агрессивного протектора с шипами. Амортизационные свойства пяточной области увеличены за счет системы Lightweight Muscle. Имеют систему, предотвращающую скольжение по грунту на спуске. На своем опыте могу сказать следующее. Приобретал эти кроссовки для туристической поездки в горно-лесистую местность. Было обеспечено хорошее сцепление с любым грунтом, была обеспечена защита мыска за счет прорезиненных вставок от щебня и камней. Подводя итог, могу сказать, что эти кроссовки подают без исключения всем, кто решил отправиться в туристическую поездку, кто занимается трейл-кроссом и стрелкам IPC, кто занимается на полигоне. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на что вы хотите увидеть следующий обзор. До новых встреч, до свидания!